И здрасте. Рад приветствовать на другой жизни. То дожди нас гоняют, то мы гоняем дожди. Утро. Скосили всем известное поле. Ой, даже солнышко вылезло. Даже солнышко, да, выскочило. Вчера весь день лило. Заехали еще на одно всем известное поле. Там нашли одну чешуйку, но не снимали. Сегодня у нас времени где-то до обеда. Потом валим в нерезиновую. Куда? В нерезиновую. А. Вот. Попробуем что-нибудь подобрать. С поля спокойно, тихо. Хорошо. Солнышко, да, вылезло. Сейчас ехали, дождь был. Сразу прошу прощения за ветер. Ветер сильный, но это нас, кстати говоря, и спасает. Первый сигнал у меня медный кругляш. Ну, когда-то это, видимо, был деньгой. Вот. Медь здесь, к сожалению, с охраной не имеет. Вот. Что вот? Ищем дальше. Выскочил сигнальчик. Сегодня что-то нас цветными дедушка не это, не жалует особенно. Вот такой щиточек выскочил. Как приблизить, не знаю. Ё-моё! Вот. Какой он децельный-то. Децель. О! Чего изображено, пока непонятно. Морской конек прям какой-то. Птиц каких-то много. Мертвые. Да, с края поля. Погибшая смерть. Очередная убитая кружочка. Да, 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 здесь крестики вот всякие, ну, короче говоря, меднолиты, вот это вот все. Здесь более-менее в сохране, а иногда даже вообще отлично. Но медных монет здесь хороших. В той стороне поля, по-моему, где-то подымали мы нормальном сохране более-менее. Ну, ближе вот к холму песчаному. А, ну, песчаники там вообще хороший был. Мы же медь там нормальную подымали. Ну, там песчаный холм, ну, тот, кто знает, тот знает. Да. Очень комфортно вот в такую погоду. Прохладненько. Ветерочек. Бродим по стерне, конечно, очень тяжело ходить. Ох, какой красивенький был кусочек крестика. Очень красивый. И чешуя. Ну, и чешуя горелая. Здесь, да, здесь все сгорело, потому что вот этот кусок, все черная земля. Ну да. Горелая. А да, домики здесь стояли очень давно. Веке это в 15-16. Что-то там какая-то движуха. Не балуют нас, не балуют дедушка. Что делать? Во-первых, стерня, она прям. Стерня жесткая, здесь еще и не убрали. Там они вон вилки смотали, а здесь эти еще нет пока что. А здесь и не смотаешь, здесь топь. Здесь, видимо, трактор вязнет. Вон, буксовал. Вон он. Да вон здесь, знаешь. Не, здесь сложно. Ну, сейчас вон там по краешку. Здесь еще у нас часик есть, наверное. Час 13, час 15. Сколько? Издеваешься. Издеваешься. Ёрничаешь. Ёрничаю. Сейчас 10:30. Ёрничаешь. Ищем в лужах. Переместились еще на одну поляночку. Как-то несколько лет назад, где-то вот тут, подымали голову птички ранних славян по высокой траве. Сейчас ее подскосили, решили мимо ехали посмотреть. Ну, это поздние славяне, СССР точнее. АО, АКРО, что-то, прототататататы, пломбочка. Уехали с полей. Надоело копать. Да, сегодня такой, никакой выход. Решили за грибами. Да, здесь, кстати, вот, ну, были вы с нами здесь. Вот она, яма дымовая. Или грибная. Здесь дом стоял, и дальше один стоял. Решили чуть-чуть грибов поднабрать. Вот, 10 минут. Оп. Пакета нет, ни хрена нет. Прямо на сиденье набрали. В карман.
карман собирать. Вот. Ну, естественно, я поперся с эквиноксом зачем-то. Испытание. Ну, дальше попробовать, решил ручки покрутить. 10 минут. Ну, это тоже все не то, зачем мы сегодня ездили. Короткий сегодня такой видосик получился. Вы с нами погуляли. Мы вам все показали. Спасибо. Всем здоровья. И пока.